оператор Питкин. Лёшка, чего ты придумал? Оператор Питкин. Такая рожа будет, представляю. Рожица такая будет круглая, как луна. Лёшка. Хочешь, я тебе сниму, как ты катаешься на кофе? Такая теплая, я тебе говорю, я по колено зашел, вроде как чуть прохладно. Только окунулся, сразу понял, что вода обалденная. Прозрачная такая вообще. Конечно. За вас. Вода соленичная такая. Ну классно вообще. Вода обалденная. Я как прошлое воскресенье был рабочий день. Что 2 недели назад я купался, еще холодная вода. А это нырнул, но обалдеть вообще. Ну, галька везде. Камни, галька. Там нет, глубоко. Ну, конечно. Да, хорошо весело. Что там нормально? Дося не капризничает. По-разному. Ну, вот такая штука. Ну, там подписывают, короче, да. Вот такие кинские зоны, если подождите, чтобы эти один из тебя сделать. Ну, он прямо по тропинке. Там шкала, по миллиметрам, короче, все, вот такие были круглые. Короче, там они определяют мельчайшие, короче, мельчайшие спины. Это они тестируют и говорят, реально объективно. Нет, там раньше была дырка, но там засунули. Но вы выйдете через каравал у себя. Конечно. А то я вообще вот так вот. Вы проходите вот, будете что делать теперь? Ну, можно я пойти дальше. Нет. Раньше там была дырка. Там нет, возле, сейчас, возле, была, возле оборонительного я сооружения, я да? Я вернулся, было, так. Ну, один падает, может, другой рукой. Нежелательно. Не, оттуда красивее, конечно, смотрится. А? Оттуда красивее, что ли? Ну да, ну. Ну, здесь, это, дорож, здесь дорожка отличная, кстати говоря. Да. А мы сейчас сюда, кстати, кстати, идем. Через... Нет, через забор не надо, понимаете? А, да. Мы им сейчас покажем. Сейчас мы вам покажем. Фотки заката похожи. Кто из них? Я распечатал их точечку. Я думаю, что я даже фото не столько скажет. Да. Реально, даже хорошо сделано это такая. Это просто вот, блядь, непередаваемое. Это все повидать, да? Прочувствовать. Когда слышишь, когда вот этот воздух морской, да? Дельфины нам нравятся, обалдеть. Вот так это уже делать. Блин, это увидели, это все увидели.